Всем привет, ребята, вы на канале Никита ТВ Геймс, что сегодня опять играем в Харитс Карт третью часть. И смотрите, ребята, давненько мы с вами не играли вот на таких вот аренах. Видите, у нас на наших локациях, на каждой из локаций есть арены, где мы открывали с вами тачки из Полиспедии. Это раз, два и три аренки, вот поэтому давайте сегодня попробуем поиграть на этих аренах и посмотрим, как наши тачки здесь будут ставить рекорды. Так, ну на самая первая арена, она у нас более-менее такая легкая, поэтому давайте возьмем какую-нибудь простенькую тачку. Так, для этого, я думаю, подойдет, наверное, самая первая, почти самая первая тачка. Давайте возьмем комбайна. Возьмем комбайна и возьмем ему обычные бомбочки, ребята, чтобы ему было максимально тяжело. И посмотрим, сколько комбашка у нас делает очков на самой первой арене. Для этого нам надо потратить 500 рубинчиков, что мы и сделаем сейчас. И поедем, посмотрим, ребята. Арена 1. У нас комбайн. Так, спины. Спины, конечно же, убираем, ребята. У нас тут рекорд 5961 метр. Ну, посмотрим, комбайн побьет его или нет. Так, аккуратно. Я думаю, наверное, вряд ли. Потому что у нас комбайн самая сильная тачка. Я даже уже и не помню, какой я тут тачку, ребята, играл с вами. Так, для того, чтобы побить рекорд, мне надо максимально, наверное, будет просто летать. Поэтому давайте собирать в основном нитрочку стараться. О, нет, я вызвал ФБРовцев. И будем на нитро. Да, вот так вот улетаем. Будем потихоньку улетать, улетать. О, взяли еще нитро, хорошо. Так, бомберы, помогайте мне. Так, нитро, поехали по контейнерам, пройдемся. Ой-ой-ой-ой, нет, комбайн, конечно, у него очень слабая нитро. Так, давай, полетели, полетели, хорошо. Ну что, побьем рекорд, я думаю, вряд ли. Давай еще вверх, о, куда-то мы заехали. Так, отлично. Так, давайте сейчас на каком-то первом бугре подпрыгиваем, да, вот поехали. Ах, это булава. Меня сбило. Ой, я взял жизняк, отлично. Так, 2000 метров, ребята, у нас уже есть в кармане. Так, подождите, а если мы остановимся, метры будете? А, ну да, останавливаться метры, то я думал, не может быть, считается нет того, сколько мы проезжаем расстояние какое. Так, и полетели. Опа, запрыгнул сюда, хорошо. О, еще взяли нитрочку. И опять полетели, ребят, оп. Запрыгнули куда-то комбайном. Так, на, бомбочку туда. Нафиг всем бомбочки поскидывал. Так, давай еще. Еще нам надо нитрочка. Взяли нитро. Так, что, полетели. Опачки. Крутим сальтухи комбайн. Что, еще бы нам не... А, у нас есть нитро, так. Сейчас ждем какой-нибудь... Вот тут можно, да? Поехали. Ух ты. Смотрите, ребята, как мы высоко поднялись. Здорово. Давай еще разок повторим. Ах, врезались в потолок. Так, тачки, не трогайте меня. Знаете, там бомбочки. И еще разочек. Ай-яй-яй-яй-яй, не получилось. О, там жизнь сверху. Ладно, без жизни обойдемся. Уже 4000, ребята, скоро побьем рекорд. Давай, давай. Опа, бомберы. Бомберы, давайте, помогайте мне. Помогайте мне. Ты, жизняка на жизняке, ребята, классно. Ведь сверху и снизу там везде были одни жизни. Так, ну что, я думаю, наверное, мы рекорд должны побить. Так, вот тут можно ускоряться. Поехали. Есть, отлично. Вот это вот лака попали. Давай еще. О-о-о-о, отлично. Ух ты, еще и бомбера вызвали. И жизняку собрали. Смотрите, как нас несет. Так, давай еще. Ну что, ребята, все. Идем на рекорд. 5500. Смотрите, сколько меня тачек облепило. О, со всех сторон они мне просто пытаются раздавить. Нет, ребята, мы должны поставить рекорд по-любому. Так, есть, все. Так, ну что? Да, ребята, у нас новый рекорд. Еще вызовем поддержку с воздуха. Так, куда-то он...
Ух ты, смотри, сколько полиции везде, сверху полиция. Внизу везде меня атакуют. Так, аккуратно, давай, комбайн, пытайся выжить. Продержаться как-то нам надо. Ух ты, смотрите, какой наш комбайн уже помятый, да? Да, тяженько ему, конечно, тут пришлось. Давай, комбашка. Ну что, еще один прилетик. 6500. Полиция, на, получай. Ну что, где вы сейчас, бандос, буду чисто бомбочками всех сбрасывать. На вам бомбочки. Куча. Бросил кучу бомбочек, ребята, у меня осталось очень мало жизни. Так, надо, короче, покрутиться. И сейчас отсюда будем просто лететь вверх. Полетели. А, там было жизняка, ребята, я пропустил жизнь. Ё-моё. Так, надо туда где-то падать куда-то. А где все тачки вообще? Почему никто не нападает? Странно. Ну ладно. Давайте там будем просто крутиться. Ребята, смотрите, действительно, нету ни одной полиции. А вот, наконец-то где-то там полиция появляется. Так, все нас сделали. Ну ладно, зато мы, ребята, побили рекорд. И в этом было самое главное. Нам поставить новый рекорд на первой арене. Сейчас поедем и попробуем то же самое проделать с ареной 2. Поставим там рекорд новый. Так, сколько нам тут рыбничков немного прилетело. Отлично. Так, давайте для второй арены. Для второй арены возьмем какую тачку? Давайте возьмем архивера, наверное, да? Там еще будет, я так понимаю, у нас сильнее баталии. Тоже берем ядро, чтобы нашему архиверу было максимально тяжело. И находим вторую арену. Вот вторая арена у нас, где была китайская стена локация. Отдаем 1000 рубинчиков и пробуем заработать больше, чем 1000 рубинчиков. Ну что? Так, ребята, архивер у нас вторая арена. У архивера слабые бомбочки. Да какой архивер мощный. Тут у нас рекорд 4000. Мы его по-любому должны с вами будем побить сейчас. И для этого мы что делаем? Да, будем просто ускоряться вот так вот. Полетели. Есть, отлично. Уже печеночку пролетели. Полиции тут, конечно же, много. А у меня бомбочек еще больше. Так, хорошо, кое-как выпутали с таких полицейских. Ну что, полетели опять, ребята. Ух ты, куда аж по облака куда-то летим. Посмотрим на Китай с высоты. Давай еще выше. Ух ты, ребята, смотрите, как мы высоко поднялись. Ого. Пока игра не заключила. Еще высоко. Еще выше даже. Потому что еще разочек. Ого. Вот это да. Тут, короче, нитро. О, сколько полицейских. На, теперь бомбочками закидаем его, бомбочками. Так, возьмем жизняку, нам еще надо рекорд побить. Так, надо еще нитро. Вот, еще нитро, ребята, опять. Взлетаем ввысь. Это все для того, чтобы поставить рекорд. Да, все, ребята, есть. Мы побили рекорд. И у нас еще полным-полно жизняки. Так, иди сюда, полицейский. Сейчас вас немножко будем уничтожать. Нате вам, полиция. О, смотрите, сколько их тут. Они все как-то на меня набрасываются, эти полицейские. А ну идите сюда, я сейчас вас своими клешнями сделаю. А, есть! Еле, ребята, еле вырвали жизняк. Ну что? Надо опять разгоняться, наверное. Давайте используем... А, ё-моё, дайте мне проехать, ребята. Так, давай-ка мы сейчас опять... Вот здесь можно вверх. Ого! А как-то я так наткнулся на него. Ну что, ребята, ладно, все равно мы поставили рекорд, это самое главное. Ну что, идем дальше. Давайте посмотрим, сколько нам тут рубинчиков прилетит. Так. Вот 1200. Все равно мы в плюсе, да, плюс 200 рубинчиков, нормально. Так, и сейчас у нас будет, ребята, третья арена, она максимально такая более-менее сложная. Для этого давайте возьмем берсеркера. Нет, давайте, знаете, что сделаем? Возьмем вообще гатора. И посмотрим, как наш малыш Гаттер будет справляться на самой сложной арене. Так, для этого переходим на нашу третью локацию. Вот она, город. И выбираем аренку. 2000 рубинчиков, конечно, стоит дорого. Что поделать? Попробуем заработать больше и побить рекорд. Так, давайте-ка. Гаттер, поехали. Тут 5000 мы проезжали метров.
Ну что, погнали, Гатор, какой он медленный, ребята, ё-моё. Ого. Уж очень он слабенький. И жизняка у него быстро уходит. Вот тут нет, ребята, у нас, по-моему, проблем будет. Давай, Гатор. Гатор. Ещё и бомбера вызвал. Куда ты, Гатор, что ты творишь? Я буду бомбочки избрасывать. Не успел наш Гатор. Мы даже не дотянули до жизни. Нет, Гатору, ребята, конечно, тяжело. Что-то я переусердствовал. Только 2000 рубинчиков спалили зря. Ладно, давайте для этой локации возьмем. Все-таки возьмем, наверное, Берсеркера. Но Берсеркеру дадим самые слабые бомбочки. И посмотрим, что он сделает. Заряжаем еще 2000 рубинчиков, но ничего не поделаешь. Берсеркер против третьей арены. Наша могучая пила, которая не жалеет врага. Посмотрим, ребята. Удастся ли Берсеркеру побить рекорд? У нас 5193. Ну что, полетели сразу, я думаю. Давайте сразу полетим, чтобы максимально быстро. Опа! Взяли жизнь. Хотя, лучше бы взяли попозже. Так, полетели еще. Нет, не удается что-то нам стартануть. Так, давайте еще разок. Вот тут можно летать. Так, куда-то мы туда летим. Но я хотел в облака залететь. Перелетаем все эти тачки, которые нас пытаются остановить. Давай, о, сюда. Пойдем поверх где-нибудь. Так, нормально. Надо жизнь, ребята. Вот, хорошо. Взяли жизнь, но вызвали коптера. Сейчас коптер будет сбрасывать свои бомбочки на нас. Только жизняки нам поднимает. Ладно, давайте покрутимся немножко, вызовем нитру, зарядим ее, да? И сейчас взмоем в небеса, ну что? Ждем, когда выходим тут лёгчик. Так, встаньте, полицейский. Вот, можно лететь. Полетели. О, хорошо, еще взяли. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. 2600 пока, ребята, 2600, давай, берсеркер. Хорошо, 3000. 3000, можно и опять летать дальше. Отлично. О, танчик. Нас, ребята, остановил просто танчик. Если честно, я, ребята, даже не понял. Вроде бы нормально мы летели, у нас были все жизняки. Как мы вообще наткнулись на этот танк? Так, ладно. Хорошо, что у нас еще можно восстановиться разок было, поэтому... Опять танчики, вы видели? Все. Все, ребята, дальше начинаются просто танки, и не нашего берсеркера моментально уничтожают. Да, ну ладно, ребята, я думаю, в следующем видео мы продолжим бороться на этих аренах и будем ставить новый рекорд. С вами был Никита, играем в Cards Card 3 часть, до скорого. Пока-пока.